Всем привет, дорогие друзья, случайные подписчики просто моего канала, случайные зрители. С вами Inferno The Best. Мы продолжаем проходить Doom 2016, Doom 4, как для вас удобно это называть. Так, продолжаем. Игровая ячейка первая, это там, где мы, наверное, остановились. Так, напоминаю, если что, я играю на PS4, это все происходит дело. Ну, вы уже догадались, да, по кнопкам там. Крестик, нолик внизу. Нажимаем продолжить игру. Центр распресс. Вы выбрались из своей тюрьмы и отправились в бой с силами зла. Цикл начался заново. Чтобы выяснить источник демонического вторжения, подключитесь к спутнику связи из центра распределения ресурсов. Окей, как скажете. Да, кстати, тут я не знаю, как на компах, но, по-моему, я так у другой играл, у него как-то загрузки, вот эти вот все локации, там как-то все быстрее происходило. На PS4 это долго. На PS4 это долго очень происходит. Так что, я не знаю. Надеюсь, это только загрузки с этими локациями, больше ничего. А так это можно пережить. Так, ну, хорошо, нажимаем. Знай своего врага. Ладно, готовимся. Пошли. Здравствуйте, я Вега. О, искусственный привет. Интеллект марсианского комплекса. Inferno The Best, я провел очень диагностику приятно. Претерианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Угу. Испытания в заданиях. Где? А, вот они. Там, где карта, там и задания, там и все вот эти вот... Бля, нихера ж! 8 секретов здесь? Ничего себе! Один полевой дрон... Элитная стража, это типа жетоны, насколько я помню, да? Их тут всего 3, если что. И какая-то аргент-ячейка, которую я не знаю, что это такое вообще. Ладно, то, может, попозже узнаем, надеюсь. Вот испытание. 2 по цене одного, убейте 2 одержимых одним выстрелом дробовика. Надеюсь, получится. Вкус смерти в разнообразии. Зверски убейте одержимых 5 разными способами. Ладно. И найти 3 секрета, увлеченный следователь. Ну, думаю, не так уж это все и сложно. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Так. Ну да, мне все по нулям, нет смысла тут что-то смотреть. Обычно говорят, если хочешь там секретами заняться, чаще смотри в эту автокарту. На ней много чего там происходит. Кстати, ребята, я вот это как только завершил предыдущее видео, и сразу мне выскочило достижение, там, ЕМ. Что-то такое, короче, дерьмецо подобное. Ну, началось. Первым делом лучше этих импов присобачить. А потом уже вот этих. Так, это вы одержимые, да? Давайте я вас... Одним выстрелом. Так, тебя я уберу, ты лишний. Так, ты тоже лишний. Давайте я вас одним выстрелом сотру. Блин, не получилось, надо же. Ну, где вы? Сюда? Да нет. Сюда не пройдешь. А, вот. Двери заблокированы. Нет энергии. Ладно. Где ее взять? Энергия, ты где, сука? Да. Ладно, хер с тобой или не хер с тобой. Что, взорвись. А, вот тут можно, по-моему, повзаимодействовать. Так. Дебил, идите сюда. Я хочу вас одним выстрелом, понимаете, о чем я? О, он тихо-тихо-тихо. Е! Получилось! Просто прекрасно. 2 по цене одного и уже очко улучшения. Оружие уже есть. На. Не скучай. Блин, не думал, что мне это получится, серьезно. Ну на. Подача энергии восстановлена.
Я верю в честность. Особенно сейчас. Это еще кто такая? Оливия Пирс. Говорит с нами, да? Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Короче, я все понял. Как и в предыдущем думе или предыдущих думах. Предыдущих думах. О, вот тебе поинтересовался. Обязательно, ну я так понимаю, это наш... Опять? Сейчас. Ты серьезно? Последние минуты вашей жизни. Я не буду это слушать. Это интересно. Ради прикола запрыгнул, попал. Человеческие жертвы. Портал в ад. Все. Автокарта. А ну что ты мне покажешь? Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как... Блин, ты когда-нибудь заткнешься? В общем, что я хотел? Для нас. Как обычно, какой-то дебильный ученый, как в третьей части был этот Малькольм Битругер, то я думаю, что это будет, что эта тетка будет вместо него теперь. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни. Так, мне вас нужно добить еще какими-то разными способами. Не засчитала вроде. Воу! Это, блять, это было интересно. Вот еще одно, на. Не, херовый из меня какой-то кидок гранат. Иди сюда. На, я же забыл, что с тобой можно так договариваться. О, отлично. Как я этого и хотел. А, вон еще лезут. Ой! Ты чё такой злой? Как? А ну так. О! Получается. Видите, с воздуха тоже, оказывается, на них можно. Вы станете первыми. Блин, да. Ты еще здесь, что ли, говоришь? Так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Оно тут, походу, навсегда осталось. Сейчас. Так, тут броня я видел. Так, слетаем, идем дальше. Ты кто? На. Страйк, как в боулинге. Одержимый инженер, это что-то новое. Короче, ребята, смотрите, тут долго очень читать. Блять, подождите, сейчас я... Прокрутка. Короче, вот, читайте, я тут пролистаю. Вы паузу нажимаете, читайте. Потому что мне некогда сейчас этим заниматься. Надо мир спасать. То есть Марс. Марс спасать надо, понимаешь? На. Блять. На. Тебе тоже. Мне ж не жалко, понимаешь? Он сдох? Нет. Так, все, хватит сопли пускать. Тут у нас бой такой разгарный. Я понял, что это уже настоящая битва поперла. Не попал, как и я. На. Блин, это прикольно. О, вот так вот прошелся, поуничтожал. Ой, я думал, ты тоже погиб. От такого взрыва. На. Клёво. Вот за этим дымом попробуй что-то увидеть. Вот я его сейчас еле увидел, понимаете? На. Смотри, выжил собака, ну. Всё, до свидания. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка.
Да, жарко было, но недостаточно. Вот что я скажу. Надеюсь, дальше будет, ну, очень на это надеюсь. А, ну так и будет, по идее. Это что такое? Это кашка. Центр распресс. Надеюсь, дальше будет то, что надо. А то это что, какой-то детский бой? Это что? Если подсвечивается, бери. Это, конечно, оу, это бензопила, ребята. Вот это то, что надо будет. Ну, давайте, что там? Бензопила — особое оружие ближнего боя, которое выбирается нажатием квадрат. Ага, я понял. Бензопила расходует топливо. Чем больше демон, тем больше топлива понадобится. Разрезав демона бензопилой, вы гарантированно получите дополнительные боезапасы. Блин, она, значит, не бесконечная, как в третьем Думе. Вот это очень плохо. Очень плохо. Давайте ее испытаем, что ли? На ком-то. А ну, иди сюда. Сюда, сука, иди. О, давай ты. Ой-ой-ой. Вау. Блин, ребята, мне это очень понравилось. Вот так вот. Все в одну кучу. Это было суперово. Ой-ой-ой, это сейчас было реально больно. Ой, это я зря. Что-то у меня сегодня все на... Ой, идет прямо, аж даже не знаю. Какая-то бабка я. Так, все. Это был последний, походу, да? Отказано в доступе, вход закрыт, требуется активация с поста охраны. Ладно, где пост охраны? Начинается. Пост охраны, все деля, траля-ля. Так, это что? А, давай. Опять какая-то голограмма. В доступе отказано. Ага. Требуется желтый уровень допуска. Хорошо, как скажешь. Правда, я тут без понятия, куда идти. Так это надо поуничтожать, чтобы я не попался на это. Вот тут я еще не был. О, спрятано что-то ведь, да? Так, ну, получается, сюда нам не пройти. Оттуда мы вроде пришли, да? Да. Здесь, Уака, мы да заткнись ты, задолбал уже. Вот тут еще... Во, а ну тихо. Опа. Это типа... Топливо. Топливо для бензин... блядь, топливо для бензина. Вот это сказанул, долбоеб. Топливо для бензопилы. Во. Наконец-то. А то что-то, знаете, постоянно как играю. Комментировать как-то даже... Ну, еле-еле получается правильно. Опять они. Ой, не попал. Класс, это было прикольно. На. Вы видели прикольно, как он его об стенку? Да мне это реально понравилось. Иди сюда. Ух ты, паскуда ебаная. На. Ты тоже. Мне нравится подсечка, конечно. Да, все-таки это так, бензопиле. А, вот же, у меня есть эти вот три красные полоски. Там, где, если вы видите, там, где ниже патроны дробовиков, такие три красные полоски. Вот это вот, по-моему, я думаю, это и есть бензопила. Количество патронов к бензопиле. Тут у нас что? Вход закрыт, требуется активация с поста охраны. Блин, везде надо активация с поста охраны. Вот это вот не люблю такие приколы. Привет. Так, идем. Небезопасный уровень демонического присутствия. Ой, он когда он был вообще безопасным, а? Вот скажи мне. Неплохо. Ой, иди сюда. До свидания. Так. Небезопасный уровень. Я так понимаю, сейчас опять будет мяснина. Ну давайте. Воу, как он отлетел от этого аж даже. Да умри ты, блин. Встретил. Блин, я попал в него или нет?
Ах ты, сука. Слезь оттуда. Умрешь? Вот. Я и лишил его ног. Вообще прекрасно. Прям 50 копеек сделал, капец. Сейчас обидно было. На. Красиво разрубало двоих. Блять, чё такие злые стали, алё. Вот это я сейчас плохо сделал, очень плохо. Своего товарища, понял, так смачно предал. На. Демоническое присутствие ликвидировано, блокировка снята. Вот, пожалуй, я вот зря сказал недавно, что пока такое тухлое мясо идет, потому что сейчас мясо было тоже как мясо, понимаете, без ГМО. Давай, поехали. Так, кстати, я почему-то про секреты забываю. Пора бы этим заняться, что ли? Так, долго еще ехать? Давай. Мне уже руки чешутся пострелять пойти. О, вот тебе и дрон. Шквальный огонь только, да? Ну, микрограната у нас есть. Ну, хорошо, давайте шквальный огонь. Посмотрим, что это такое. Ладно. Допустим. Так, если у вашего оружия есть две модификации, вы можете быстро переключаться между ними, нажимая кнопку вверх на хрестовине. А ну. Ага, это микрограната, он там было написано. А это шквальный огонь. Давайте его испытаем, что ли. Отказано в доступе везде. Блин, реально? Что это такое? С поста охраны? С какого поста охраны? Где я вам его найду? Ой! Паскуда! Сядь! А ну давай. Не, конечно, прикольно может быть, но все равно это слишком затратно. Так что давайте лучше вот так. На. Блять, у меня что-то все зависает. Это уже с рефлекса чисто, знаете. Давайте посмотрим, может тут что-то серьезное, там, секреты. Воу, вот рядом возле меня какой-то жетон. Ну, в смысле, какой-то элитная стража. Блять, да что ты так резко поворачиваешь? Вот где-то там. Да. Теперь давайте думать, как до него добраться, что ли. Так, я не знаю, у меня что-то глючить начинает вот это вот управление. Я поворачиваю рано, а она потом с опозданием, знаете, так. Так, ладно. Блин, я тут много чего не разведал, если честно, так что, знаете, как бы и время на это не хочется тратить, но... Тут рядом где-то еще один жетон есть. То есть два жетона рядом, понимаете? Я не знаю, как их найти. О, а ну давайте вот так, если можно. И тут по-любому что-то должно быть. Аптечки. А ну-ка. Блин, я здесь был. Я просто круги намотал. Да, тут были патроны какие-то, броня. Все вот это вот было. О! И здесь я с этими чукчами сражался. Ну вот, требуется активация с поста охраны. Где ее взять? Доступ предоставлен. Тут закрыто. Доступ предоставлен? Сюда? А что здесь? А что тут было вообще? Как я вообще сюда попал? Тут было закрыто, я не знаю. Уровень безопасности желтый. Контроль доступа.
Тут патроны. Вот это вот что за патроны, я не знаю. Ну, давайте нажмем, что это даст. Ключ авторизации готов. Уровень безопасности желтый. Ручное снятие блокировки зоны. Не знаю, что-то сделал. Но здесь пропала блокировка. А, вот еще требуется. Доступ предоставлен. А, я тебя понял. Но сюда я все равно не попаду. Почему? Да блин. Там были еще двери. Возле дрона там была какая-то дверь. Подожди, тут тоже было, по-моему, запрет. А ну. Да, ты смотри. Я просто помню, что в этом в люке тоже была там надпись красная. Так, что у нас тут? Ой. Я, конечно, ждал его по-другому как-то убить. У Нутия и ноги. Вау, вот это было красиво. Ой. Это я, походу, зря сделал. Ой-ой-ой, блядь! Хуёво сделал. Да ладно, что ты такой бешеный, а? Да, он мне прям так и сказал, знаешь. Ну вот тут жетон. Вот где ты прятался. Блядь, друзья, тут какая-то херня происходит. Мне лагает. Ой. Давай. Что, прием люканга не сработал, да? Вот так тебе и надо. Блять, да что ты глючишь, сука? Я реально... Мне что-то это... Управлением случилось. О, по крови пошли. Сейчас, а тут что-то есть? Опа, это что-то новое, ну давайте взглянем. Плазменное ружье. Приз получен, список покупок. Да? И что это значит? А, тут сюда. Опа, как дюкнюким прямо, знаете, в его стиле. Так. А, тут я сражался с этими дебилами. Тут яйцо отрывал. Я уже реально как Дюк Нюкем говорю. Яйцо отрывал. Это его фраза вообще-то. Блин. Как отсюда выбраться? Опять что ли по лифту ехать? Подождите, может я по-другому как-то отсюда выйду? А ну. А. Ну да, можно и так. Так, вот это вот... Я не знаю, как эту дверь открыть. Давайте не будем на этом париться. Просто пройдем дальше. Добро пожаловать в марсианский комплекс. Боже, как ты меня уже задолбал, а? О, еще что-то новое. А ну давай. Этот высокотехнологичный добывающий и исследовательский комплекс каждый. Воу. Штурмовая винтовка. Знаете, я смотрю и вспоминаю с этого, с контр... Блять, да что ты глючишь? Колесо выбора оружия. Зажмите R1, чтобы открыть колесо выбора оружия. Выбрать любое имеющееся у вас оружие. А ну давайте. Ага. Прикольно. То есть джойстиком выбираешь. Правда, пока ты будешь так долго выбирать, тебя 1000 раз убьют. Так. Открываем. Да блин, глючит управление. Вообще серьезно, очень. Поехали, давай. Блять, как все лагает, сука. Это все это долбаная программа от Remote Play. Не, ну ты смотри, что делает, ну. Смотри, вот, блять, я не знаю, что с этим делать.
Да, блядь, что это происходит с управлением-то, а? Блядь, ебучка. Ну, подождите. Это просто какой-то капец. По-моему, сигнал Wi-Fi слабый, мне так кажется. Ну, сейчас. Ну, пока нормально, но вряд ли надолго, понимаете? Ой. Что это? Ой-ой-ой. Хе, воу. Блин, это прикольно. Ух ты, ёб твою мать. Это прикольная штука, оказывается. Да врежь ты. Воу, а это кто со щитом? Смотри, вот так вот. Какой-то одержимый охранник, что ли. Иди сюда. Все, пропало. Вот это было тоже неплохое добивание. Про гранаты я что-то уже забыл. Давно не вспоминаю. Воу, прикольно. Давай, иди сюда. Опа. Можешь больше не заряжать. Капец, как тут все напряжно, а? Особенно с такими, блин, условиями игры, когда она меня глючит почему-то и управление теряется. Ну давай, иди сюда. Так, что-то вас очень много стало, ребята, вам так кажется, а? Может, просто проще кастрировать одного и на этом проблема пропадет? Что-то я с этими секретами вообще одичал. Не нахожу ничего. 3 из 5 секретов. Кстати, мне 3 очка улучшения. Может, уже пора докачать там микрогранату хоть на немножко. Так, я говорил, скоростное восстановление прокачаю. Прокачаем. Блять, 5 очков. Где мне вас взять, а? У меня еще есть один жетон. Давайте посмотрим, что там по жетонам. Увеличить сопротивляемость. А, там 2 надо, я понял. Сканер местности. Автокарта показывает предметы в большом радиусе вокруг вашей позиции. Подожди, я не дочитал. А, вот еще какие-то эффективность усиления. Каких усилений я пока не понял. Всплеск энергии по завершении действия усиления выпускается наносящая урон волна. Ну ладно, может что-то покруче найдем. Ловкость. Вы быстрее меняйте оружие, адепт. Туда надо аж 2 жетона. Правда, не понимаю, он и так нормально оружие меняет, знаете. Достаточно быстро. Как еще быстрее можно? Ну давайте эффективность усиления, я не знаю, что это такое. А что потом целебная энергия? При активации усиления здоровья возрастает до максимума. Усиление, усиление. Это случайно не то, что я только что недавно подобрал, типа... От чего они просто разлетались по кускам. А то я других усилений просто никогда не слышал. Так, вроде мы туда идем. Блять, опять глючит, сучара. А, вот, светится чувачок. На, ты поспи. Ну, руку дай мне. Обработка. Я блокирую вам доступ к сканеру. Ну, зачем ты это сделал, дебил? Я дам вам то, что нужно. Вот паскуда. Взял, все обломал. То есть зря я сюда перся, что ли, получается? Сэмюэл, ты чё? А, я еще плазму не это, не испытал. Как она, интересно, будет стрелять. Самое время.
Неплохо, но... Знаете... Ты-то хер попадешь по ним. С нее. На консоли, если играть. Да, по злому мы с ним разобрались. Жестокость зашкаливает прямо аж, знаете. Как-то так. В общем, ребята, тут заблудиться в этой игре невозможно. То есть, как я ориентируюсь, тут вот эти там, по зеленым огонькам просто идите. И, блядь! Куда я попал? Сука. Вот это сейчас было страшно. Блин, короче. Идите вот по зеленым огонькам, и вы не заблудитесь никогда. Это просто золотое правило Дума для тех, кто не знает, куда идти. Вот же, видите, зеленые огоньки. Ну, как им ярко еще светить? Вот так вот. Вот. Просто идете по ним, они вас выведут. Туда, куда надо вам. И вот, видите, о, броню мне дали. Все нормально, видите, вы переживали. Блять, я вот чуть мог бы сейчас реально там где-то ёбнуться не туда, куда нам надо. Так, кто там воюет? Какие вы все добрые сегодня, знаете. На, смакчи свою ногу. Блин, как же влагает-то, а? Все. Какие-то эти ребята сейчас щитовики, они тяжелые. А я про них так и не прочитал, да? Монстры, вот, одержимый охранник. Да-да, это он. Одержимые охранники демонстрируют самую сложную тактику из всех одержимых людей. Например, они способны надвигаться на врага, прикрывшись щитом и одновременно вести огонь. При необходимости охранник бросает щит, повышает точность стрельбы ценой защиты. Ладно, это я прочитал только потому, что оно там короткое было, знаете, как некоторые там в одержимого, например. Ребята, насчет секретов не знаю, я, конечно, их уже, наверное, несколько штук упустил, по идее. Но, тем не менее, я все равно их вам покажу когда-то. Когда сюжетку до конца пройду, мы займемся этими всеми секретами. Будем искать все секреты до потери пульса, пока не найдем. Так, ладно, я полагаю, совсем разобрался. Это что такое? А, это штурмовая винтовка, видимо, да? И она у меня полная. КПК, одержимый охранник. Вот тебе и второе это. Много читать. Короче, ставьте на паузу, читайте. Мы играем дальше. Так, нажимаем на этот пульт. Тихо. Сейчас с тобой разберусь. Опа. Блин, это было же... Это реально жестоко, так вот взять ногу скрутить. Да, и за ним еще бегать буду, конечно. Не дождешься. Да ты задолбал, читер ты. На тебе гранату. О, это что сейчас было? Почему он так прыгнул? Блин, как же... Как тебя убить-то, а? Сволочь. Что, еще живой-то? Ладно. Такого быть не может. О, уже не живой. Да и молодец. Кто там был? Ой, там еще компания идет. На. Блин, как вы выжили вообще, а? Да, вас на гранату, кстати, точно. Ух, красиво это сейчас было. Еще бы достижение дали, короче. Игорек, красавчик, просто. Троих зайцев в одной гранате, это нормально. Это что сейчас за басы?
Это типа музыка? Или кто-то застрял в текстурах? Это еще что-то есть? Ой, не допрыгнул. Прикольно вышло. И руки там, тело там вообще. Во, вот это другое дело, вот это я понимаю, давай. Отдай мне сюда, быстро. Это что такое? А ну ударь. Опа. Это типа... Нормально так. Патрончики пополнил. Причем абсолютно ко всему оружию выдает. Ну я буду ходить пока с дробовиком. Да чего такие предметы неспокойные? Смотри, там по-любому кто-то злой есть. Видишь, это я пробегаю мимо. Там что-то злое находится. Это ты так играешь? Смотри, в натуре, вот прислушайтесь. Да ладно, не обращайте внимания. Короче, я видел, как оно двигалось так в ритме. Очень яркая оранжевая комната. Жалко, не у меня она так выглядит в квартире. Так, к нам походу туда. А я сейчас посмотрю, может тут что-то есть такое вкусное. Нет, походу ничего нет. А ну с этой стороны. Да тихо ты. Блин, ничего нет. Ой. Может что-то... Так, вроде бы... А не, есть, смотри. Не зря я тут побывал. А, тут присесть надо. Вот оно что. Это какой-то либо золотой, либо что-то бронзовый, не знаю. И очко улучшения оружия сразу ли. Бронзовый парень, модель штурмовой винтовки. Типа говорят, эти модели можно потом где-то... Жалко не во время игры, на паузе, знаете, а именно когда в главном меню заходишь в свою учетную запись и смотришь эти модельки. Это подарок. Какой подарок? Давай мне его сюда. Примите. Это придаст вам сил. Поможет в пути. Если выдержите скачок мощности. Да? Ну давай. Рискнем. Если ты меня этим убьешь, я тебя прокляну, понял? Перегрузка, энергия направлена в подсистемы. Увеличит максимальный запас здоровья, брони или боеприпасы. А, это типа прокачать одну из трех. Ну не знаю. Мне пока больше не хватает патронов, так что я начну с них. Он очень тихо говорит. Дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Очень плохо. Вторжение началось в комплексе «Лазарь». Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. А, это та бабка, которая мне задалбливала по монитору. Которая верит в честность, знаете? Здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Да, это я уже услышал. Прежде всего, я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте... Да чё, текстурки прикольные. То, что вы видите сейчас, это пиздец. Ну, где-то так, да. Впрочем, это уже не важно. Конечно. А чё бы? Оно должно было важно быть. Чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс.
Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. А, блядь! Погибнем все, сука! Открывайте двери, бегом! Ладно, паника наш самый худший враг, так что будем вести себя как взрослым. Так, сюда. Не, я отсюда пришел. А, вот куда. Вот эта вот херня показывает. А, у меня же есть этот навигационный, этот наверху. Вот куда мне надо, я понял. Испытание выполнил, а вот исследование мне, конечно, ужасное. Плюс я еще не нашел элитную стражу одну. Но это, наверное, как раз та, которую я не знаю. Как, не знал, как к ней попасть, понимаете? Боевой рейтинг все еще недоступен. Знай своего врага. Так называлась эта глава. В общем, ребята, давайте над этим закончим уже. Не знаю. В принципе, насчет секретов, вот меня вот, только на этом расстроился. А так вроде все, заебись, я так думаю. Обязательно в ближайшее время сниму еще один ролик. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если того заслужил. Всем пока.